Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Такого уже раньше вообще не было, я не знаю, в чем. А ты же бит хотел делать, что ты делаешь? Так я ставлю плагин. Новый? Бит. Еще какие-то новые? Есть бит. Я не могу его запустить, потому что плагин, который стоял, он слетел. Йоу, ребят, короче, какая-то хуйня, я не знаю, почему-то вылетела трансляция, написал, что там заканчивается время, такого раньше никогда не было, почему-то оно вот сейчас случилось. Но я думаю, сейчас еще, рост у меня 185, сейчас еще немножко посидим, я думаю, ну минут 10, наверное, да, и можно будет заканчивать, потому что уже много. А я же рассказал, я же рассказал, потому что... Да, короче, Микси за тачкой срал. Ну, вот у нас, у Гринвича. Браги про это читал. Я тебе говорю, вот в этом, наверное, и мы увидели, как бы. Естественно, если, как бы, представьте, тебя застукают за какой-то хуйней, ты будешь негативно относиться, естественно. Камон. На самом деле, прикольно, что Микси, типа, топит за хип-хоп. Вот в чем я могу плюс увидеть? Он реально, видно, что он, короче, хочет прям разъебывать. Это круто. Это круто. Но, как бы... Есть моменты, которые я вообще не одобряю, нахуй. И он знает, почему. И как бы мы оба знаем. Так, Маша Хима или Алфавит? Блин, нельзя такие вопросы задавать. Оба. Не буду выбирать, короче. Это и был ответ. Маша Хима и Алфавит. Маша Хима и Алфавит, да. Когда ЕКБ станет столицей? Да зачем? У нас и так хорошо. Так, читаешься что? Сейчас что-нибудь. Сейчас. Нет, ничего не читаю. Сейчас пока ничего. Так. Да, вот люди даже в чате пишут, что тоже видели эту историю. Ну, я не буду вам врать, я же всегда говорю правду. Так. Я бы тебя сделал ведущим РЕН-ТВ, а ты бы ебашил Лимнач Флоу. Да, неплохо, чувак. Прикольно. Шум, сделай мерч кардиофлоу. Кстати, идея, может быть, и сделаю. А была, по-моему, такая идея, мы, по-моему, хотели сделать. Так-то прикольно, может, и сделаю. Я предлагал Антону Сектору сделать мерч 100% себе. Мне кажется, было бы круто. С кем батлить будешь батлить? Ну, ребят, давайте что-нибудь, пожалуйста, интересного. Пожалуйста, так хочется интересно поговорить о чем-нибудь интересном. Как тебе выступление на полусогнутых, Ксюха? Что так смешно написано? Нормально. Тбили еще теплый, я не трогал. Бэйби. Почему не было у тебя в Москве 16 тонн? Потому что я в ЕКБ был. Лучший инопланетный флоу. Да нет. Я не знаю. Будет тут стопудово. Будет прикольный мерч, короче, реально прикольный. Веришь в Бога? Вот, ну наконец-то мы нащупали эту жилу интересных разговоров. Это личное. Инопланетный флоу, когда признаешь, что. Не знаю, о чем ты вообще говоришь. История, пизда, ты трек, история. Спасибо, да, это фит с Кепкиным. Будет подобное. Ну, как бы будет. В плане тематики однозначно будет. В плане звучания не совсем, но, короче, по тематике, да, будет. Кто круче, флексит, гнойный или браги? Бля, при всем уважении к гнойному, браги флексит так, что разъебывает всех. Дай боже, как говорится. Реально, если вы не видели флекс браги, вы вообще ничего не видели. Фэкс.
Пашу Батруху слышал? Это Батрудинов, что ли? Что за Батруха, блядь? Шум, хочешь денег на бухляу? А я же не пью, камон. Я пью только, если меня спаивают. Зрелая мамка... Так, чувак, что за хуйня? Камон, давай завязывай. Тут, может быть, несовершеннолетние зрители смотрят. Дима, это правда, что Аба придумал вторую М в твоем нике? Нет, неправда. На кого учился в универе? На юриста ебаного. Привет Минску. А, ну, да, привет. Хочу очень в Минск, кстати, пиздец, хочу. Как там волки поживают? Волки замечательно, вот пригонят в гости скоро. Диман, занимаешься спортом? Нет, к сожалению, сейчас нихуя вообще не делаю. И это очень печально. Я сейчас болею и жирею. Слышал о теории квантового бессмертия? Давай обсудим. А давай, а начинай, пожалуйста, обсуждать это. Я просто ворвусь. О чем конкретно? Там же очень многоступенчатая тема. Нужно как бы это начать. Так, что-то вопросы ебашат. Давайте это. Флекс Браги настолько пиздато, что стоит где-то наравне с челюстью Вайпхантера. Да, да, выступает, понял? Он круто выступает, как челюсть Вайпхантера. Так, у тебя только несовершеннолетние слушатели, а ты завидуешь. Так, передай привет. Да не буду я передавать, ну, ребята, я же не знаю этих людей. Шаришь за Нижнюю Салду. Я не знаю, это Урал, нет? Возможно. Не, не, я не шарю, к сожалению. ЧМ смотришь? Ну, время от времени, да. Так, каким спортом занимался? Ну, я типа футбольщики башил. И тэквондо, по-моему. По-моему, да. Но это очень давно было. Вот, а так как бы футбол люблю очень. Люблю, футбол очень люблю. Приезжай, сука, в Минск, я уже не могу. Так скинь на билеты, я приеду, изи. Замутите совместную трансу, когда приедет. Да, я думаю, вообще легко. Че ты игнорить начал? Не знаю, о чем ты. Так, кошки или собаки? Бля, вот это сложно. Ну, ты же можешь, как бы, да, догадаться, я думаю, братан. Как бы, да? Либо я краду браги, либо шум не распишется на сиськах. Фит с мышью будет? Да. Я слышал, что полезно для здоровья пить сок, универсальный сок. Чё, блядь? Может, ты про березовый? А где там про теорию квантовую-то там мне обещали написать? Что вот ты мне обещала, Екатерина? Напиши, пожалуйста. Еще Дима с кем-нибудь поддержишь это общение с Капа? Ну, как бы не то, что плотное, но общаемся иногда там с Артуром. Ну, так, что прям каждый день переписываться, там, чё, как дела, такого нет. Так, Браги или Парагрин? Ну, ты вообще понимаешь, что спрашиваешь-то? Так, Слава или Окси? Что, типа, в плане чего мне нужно выбрать? Вот Набина Бац поймал в Минске, когда он Back to Beat ехал. Ну, заебись тебе. Так, Мози Монтана или Бафомед? Что, блядь, что за Бафомед? Блядь, да, да, эфир наебнулся, я не знаю почему. Салют с Мурманска. О, Мурманск, привет. В Украину проезжай. В Украину бы приехал с удовольствием тоже. Да. Ну, там один чел был, а тут слишком много. Привет из Перми. Перм, привет. Шум меня не любит, пиздец. Да я тебя не знаю, блядь, как я могу любить или не любить, камон. Оставаться после учебы в МСК или возвращаться в ЕКБ? Смотря, что ты хочешь от жизни. Понимай, как хочешь, как бы. Димон, походу, ты не такой ЧСВ, как все из тусовки 140. Да не, я тоже ЧСВ. Я тут постарался задекодить твой новый трек, но зачем ты меня на каникулы заставляешь думать? Ну, извини, блядь. Ну, почему нет? Чё, ты задекодил, нет? У кого самая красивая лысина в русском батл-рэпе? Ну, ты мне такой вопрос задаешь, ты знаешь, какой будет ответ. У деда, конечно. Смотрел заявки на второй сезон. Ну, какие-то смотрел, но немного. Знаешь Хиро, казахского рэпера? Слышал, но не слушал. Да, такой анекдот. Тебе когда-нибудь снилось, что ты умер? Если да, то, возможно, произошло расщепление вселенной на две, и в этой ты выжил. Сколько раз такое снилось?
Мне, по-моему, один раз снилось, что я умер. Вот я, по крайней мере, могу только вспомнить один раз. Зачем ты вообще такое пишешь здесь? Почему ты мне это в личку не пишешь, а здесь пишешь? Это же выносишь на публику вот такие вопросы. Привет с Краснодара. Привет. Диван как у меня, да, был уже. Нахуя ты ню? Не знаю, ничего не понимаю. Садишь за политикой, какие любимые книги? Политика хуйня. А книги любимые. Много. Мастер и Маргарита мне очень нравится. Когда битва дыхалок с Набина Батом. Да чувак, ты же знаешь, что он проебет, как бы. Изи. Моя дыхалка это топ-флоу. Так. Как начать строить конструкцию текста? Очень, очень сложно. Шум, я тебе кидаю бабло, а ты в СПБ гонишь. А, типа, бабло на билет мне скинешь в СПБ? Камон, я только забуду. Обожаю СПБ. А, так. Нихуя на юридически пошел. А, хочу судить вас всех. Как считаешь, новый сезон 140 будет жарче, чем предыдущий? Я считаю, он как минимум будет не хуже. Потому что чуваки уже как бы видят уровень, видят, на что стоит равняться. Ну, да, это типа ЧСВшно немножко звучит. Ну, как бы на первый сезон все такие, а что там вообще будет? Как это вообще? А сейчас чуваки увидели и будут стараться переплюнуть первый сезон. Я уверен, что будет круто. Из-за твоего скрина в стори меня люди лайкают. А, так это ты, что ли, написала мне? Ну вот, видишь, спасибо. Конечно, должна мне сказать. Не знал я, конечно, что так бывает. А, расскажи безумную ситуацию. На, короче, я уже рассказал там про Гринвич. Обернись там, Микси. Нет, это кот. Охуенный кот. А, кидаю бабос, а ты женишься на Мози Монтане. Блять, кинь лучше Грише бабос на эту ситуацию. Так. Ну, в смысле, блять, я это вообще не приемлю институт брака на самом деле. Слышал, как Забелли Тай разнес заспиженную куртку. Не знаю, о чем ты говоришь. Ты сам попросил алло, но развивать эту тему есть еще куда, так что. Да я понял, напиши мне в личку, короче, разовьем эту тему. Я хотел спросить у тебя что-то интересное, но нахуй забыл, вот неудача. А у меня так постоянно, на самом деле. Я выхожу на трансляцию и такой, сейчас что-то интересное расскажу, а в итоге просто читаю вопросы, когда батл, и все подобное. И, короче, люди постепенно начинают уходить с трансляции. Так. Терери. Сысла общался в жизни. Нормальный молодой человек. Шум, хочу еще мерч. Я тоже хочу. Будет. Какой любимый BPM battle? Если не брать 140, ну, потому что... Ну, нет, можно и 140. Да нет, их много хороших на самом деле. Вот давайте по площадкам. Если со 140 брать... Бу, это сложно. Мне очень нравится батл диктатора с ноунеймом. И GoKill с диктатором. Вот эти батлы меня вообще по кайфу. С Versus Родому Фаса. И, ну, Родому Фаса охуенный батл с двух сторон. А еще Драга с Муфасой. И вот там Муфаса охуенно просто сделал. Вот. А, и у Драга с Млечным прикольное тоже выступление. Ну, чисто как батл Родос с Муфасой. Вот с двух сторон, чтобы было. Так, да, чтобы быть похожим на Хайда, да, я пошел на юрфак, чтобы быть похожим на Хайда. Так, как кота зовут? Он безымянный, no name. Так, каково быть чемпионом 40 BPM Татарской области? Я не знаю, чувак. Это ты, что ли, чемпион 40 BPM Татарской области? Код Гриша из антихайпа. Нет, это код no name со слова КБ. Да, пра-пра-пра. С меня мерч, с тебя бабло и охуенная любовь и респектосики. Да все, базара нет, договорились. Договорились. А...
Не, ну ты же понимаешь, что я в целом не приемлю этот институт брака, но есть как бы исключение, да? Ну вот, так что. Ты знаешь. А ты правда вернул косарь? Нет, не отвечу тебе на этот вопрос. Думай. Никто не посмотрел с там 10-рублевой купюрой. Да не пали, ну камон. Все думают, что ты косарь. Планируешь ли акапельно батлить? Возможно, возможно. Не исключаю вообще. Кто стал чемпионом 140? Хуй знает. На кого из родителей больше похож? На деда. На Парагрина. За жизнь Делориан ставлю дату едем в прошлое, ебать твою мамку. Ну, я не знаю, что это. А, это ноунейм, да? Совместный мерч с сектором Алфа, и ты крутой. Совместный мерч с сектором Алфа, и алфавитом. Кроссовер мечты. Я не против, типа, камон. Так, что там дальше идет? Друг интересуется, есть ли видос, где Шум и Мози Монтана залетают на бит. Пока нет. Как к Редо относишься? И как к Версусу? Редо, да я говорил, Редо крутой. Типа, я не гоняю его треки там, да, в плеере, например, но не могу отрицать, ну, скилл. И батлит он очень достаточно охуенно. Вот. К Версусу, ну, блин, ну, типа, а как можно относиться к Версусу? Ну, Версус это Версус, типа, батл-площадка самая хайповая у нас в стране. Есть охуенные батлы, есть хуевые батлы, есть обычные. Как везде, как и на всех площадках. Ровно. Драга за спиной у Басты вроде пиздел. Не знаю. Драга батлил с Бастой. Если вы понимаете, о чем я. Бля, это прозвучало по-уебански сейчас. Нет, ну в смысле, фристайл батл у них был. Очень давно. Почему тебя в четвертом сезоне ФБ нету? Что я не сдал заявку туда? Почему комары пидорасы? Слушай, сосуд. Бля, не знаю, как формировать вопрос. Как формировать заказ. Так, с кем бы хотел замутить совместку? С тобой. Так. Анкиш-то там. Ты не ругайся, давай. Общаешься с кем-то из одноклассников? Да, у меня есть очень хороший... Ну, я считаю, вообще лучший мой друг, это Саня его зовут, и мы с ним знакомы. Ну, мы из детского сада с ним знакомы и учились в одном классе. И я с ним до сих пор общаюсь. А так в целом нет. Так типа нахуя, это люди вообще из другой жизни. Это просто как, ну, с незнакомцем так же заговорить. Шум, сука, ответь в лес, плиз, ну хочешь я тебе... Так, что за хуйня, короче? Давайте вот без этого, пожалуйста. Ну я отвечу, если там какой-то, ну, не тупой вопрос, знаешь, типа... типа как раз, ну, когда батл, типа, что? А кто на Западе любимый BPM-батлеры? Раптор, я Раптора люблю очень. Раптор очень крутой. Ты знаком лично со Славой? Что о нем скажешь? Как тебе любовь солнце мертвых? Я знаком с ним, но как бы я с ним не общаюсь вообще. То есть, ну, я знаю просто его лично и все, но не общаюсь. Альбом, я, короче, не скажу, что я прям вникал в него, поэтому не могу прям такое мнение. Ну, по-моему, короче, пиздатый трек мне вкатил что-то там типа снова вставать, снова жить, что-то вот опять жить, как-то так, короче, называется, я не помню. Мне нравится вот это... как это, блядь? Чуваки, я не могу сейчас сформулировать нормально. Ну, вот эта тоска, знаете, типа, у него в этом альбоме такая экзистенциальная, типа, это прикольно. Когда Алфа треки начнет выпускать, да я не знаю, я сам жду, пиздец. Мне очень хочется уже, чтобы он ебанул, пиздец. Очень сильно. Девушки в игре какие-то, ну, как бы сказать, не очень. В какой игре, о чем ты? Сколько у тебя время? Ну, поздно уже. Так. Сзади играем меч. Да, это мы играем меч. Как кроме Тилса относишься? Ромыч, хороший человек. Романыч. Пиздец, обидно, что ПМ в банду петухов попал. Жаль. Так у них же голуби, там не петухи. Когда следующий стрим? Не знаю, ну, в ближайшее время, я думаю, будет. Я думаю, с Антоном проведем.
сектором. Какие треки ты гоняешь в плеере? Да дохуя. Да-да-да. Саня Бердус. Бердус вообще-то. Тоже очень крутой чувак. Какие любимые чипсы? Мне одно время нравились эти. Бля, скажи. Че? Чипсы охуенные. Читос, короче. Читос со сметаной такие закрученные. Не, это со сметаной и луком. Со сметаной и луком, да. Читос со сметаной и луком. Очень вкусный. О, Раптор. Да, Раптор, он... Короче, вот, ну, вы поймете, почему, да, я его прям ненавижу, пиздец, потому что он иногда читает настолько плотно, что непонятно, когда он вдыхает, и я такой, сука, сука, я хочу так же. Короче, это круто. Все, я пошел спать, значит, шум котик. Да, спасибо, спокойной ночи, иди спать, пожалуйста. Не дочитал вслух, но сказал, что ответишь. Хорошая стратегия. В смысле, я прочитал? Я же... Это про институт брака было или что? Опять надо жить. Да-да-да, вот этот трек прикольный. Привет. Хотел спросить, вы клипы выпустили, которые снимали пару месяцев? А я не знаю, про какой клип ты говоришь. Типа, если про то, что в Москве, то нет еще. Ну, вот он как раз будет на следующей неделе. Детка, я встать не могу. Что это? Это Славин трек? Потому что я Дункан Маклауд, поэтому у меня за спиной меч. А, так я продал Sony PlayStation, камон, я не играю в нее. Я не играю в Sony PlayStation. Альфа на чужие концерты с новыми треками залетал, ничего не упускает. Да, а есть видосы, надо поискать, я бы приценил. А, да он выпустит, он, я, насколько я знаю, вот готовит что-то. И, короче, я уверен, что... Я очень хочу, чтобы он прям взорвал очень сильно, потому что я считаю, что... Он очень талантливый МС. Мне бы хотелось увидеть его в топах прям. Как тебе Огил? Огил крутой. Ну вот, короче, у него очень интересный образ, интересная рифмовка и подача. Это прям круто. Но я считаю, что на батле с Дизвилзом он вообще не выдержал свой образ. И он теперь ему будет очень тяжело. А учитывая, что он батлит с Сектором на РБЛ... Очень скоро, вот, камон, типа, естественно, типа, я за Антона, но вообще я хочу, чтобы был охуенный батл, но я думаю, что Антон, ну, вы знаете, короче, вы знаете, что, скорее всего, Огилу придется очень тяжело. Да, Раптор рифмует тоже очень круто. Кого ты считаешь нормальными рэпершами? Что, какие? Наши? Если наши, то это, безусловно, Маш Хима. Это вообще любовь. И так, Мози Монтана делает прикольно. И кто-то еще, я забыл кого-то. А, Эмили, да, Эмили. И, по-моему, я еще кого-то забыл. Я не помню. Ну, вот те, кто сейчас прям вот типа на слуху, вот они молодцы. А зарубежные, там очень много прям крутых. Snow the Product, я думаю, прям вообще фаворит. Ка. На мой взгляд, у Артура против Диктатора самый крутой батл. Скиллы общаешься? Да. Вайбовые или грустные треки? И те, и те. ЗБ, Хайт или Сектор? Так, тут какой-то подвох, по-моему, да? Если ты про батлы говоришь, то Сектор. Безусловно. Кроме рэпа что-нибудь слушаешь? Нет, я люблю только рэп. Свадебный рэп. Да, конечно, слушаю, да, да. Ну, блин, не то что... Я слушаю просто так выборочно какие-то отдельные треки, грубо говоря. Ну и всякую там инди-поебистику тоже люблю. Димон, не задыхайся. Окей, не буду. Верни первый стрим, где финал смотришь, его не за что банить. Нет, чуваки, там страйки прилетают за контент, который мы смотрим. Красный борщ или курица терияки? Ну, бля, сейчас бы борща ебанул. Уже больше часа. Да, больше часа. У меня сейчас, короче, телефон разрядится, я думаю, скоро. 4 часа уже? А, так нет, говорят, типа, час идет. 4 часа трансляция. Да, Раптор не задыхается. Так он Раптор, потому что рептилоид, понимаете? Он не человек. Почему не батлишь? Потому что я дома отдыхаю, сижу. Что-то доебался. Как тебе батл Рикеф?
Ну, есть крутые, есть не очень крутые, но есть прям крутые. Забатлил бы с ним? Нет, я не буду батлить земляка. Так, как тебе Тилс? Я уже отвечал. Так, сколько снимали 100%? Да мы за один вечер это сняли. Мы очень быстро это все сделали, на самом деле. И... короче, мы очень быстро это сделали, как трек, так и клип. Да я не на это же ответил, я там до этого было сообщение, а не то, что я написал, что отсосет, и поэтому я написал, что отвечу. Нет, это меня как бы не привлекает, я считаю, что это низменные потребности, которые типа, камон. Так, осталось 10% телефона. Так я в отделении, да, рядом решетка, видите. Меня закрыли просто за... так. Алфавит недооцененный. Да, алфавит недооцененный, на мой взгляд. Вот, допустим, «Горизонт событий», охуительный микстейп у него вышел. Но не было ни одного клипа. Типа, почему? Почему, Никита? Почему не было клипов? Вот, клипы нужны. И я, ну, как мне кажется, не хватает именно, ну, вот такого промо. Потому что, на мой взгляд, это уже состоявшийся артист. И, типа, он, видно, ну, слышно, как он заморачивается над звуком в релизах. И это очень круто. Я прям... Кайфую. Я уже час сижу и наблюдаю за тобой. Ты очень талантливый интервьюер. Интервьюер это ведь кто? Интервью. Ну, типа, задает вопросы, по-моему. Спасибо. Ты как дуть, да. Ты плакал во время пятого раунда вайба? Да. Но я в очках был, поэтому слезы не текли, да, на всеобщее обозрение. В каком детстве ты блевал? Эти читос появились недавно, по-моему. Да нет. Нет? Ну вот именно Нет. закрученные, типа спиралькой, Еще лет по-моему. пять уже они точно есть. Да ты Я гонишь. тебе говорю. Только сырные, я помню, раньше были. Короче, неважно, если ты блевал, значит мы с тобой не сходимся во вкусах. Не сможем мы с тобой, да, заобщаться. У Алфа «Горизонт событий» осенью вышел. Да, я говорю, «Горизонт событий» очень крутой микстейп. Тилс хуй положил на твое продвижение. А, на свое продвижение. Не, кстати, Рома Тилс продвигает меня достаточно хорошо. Он... Да. Что думаешь о Бульвар Депо? Ебанутый вообще. Но в хорошем смысле. Так. Какие МЦ есть в Перми? Я ебу, что ли? Я же не из Перми. А, Бамблбиз же из Перми. Но он уже, ну, он уже не там. Так что... Ну, Бамблбиз вот, да. Дима с вейпхантером бурлить третий раз не будешь. Бурлить с вейпхантером третий раз. Такое себе. Бурлить с вейпхантером. Что тебе больше нравится, твой финал или твой полуфинал? Мой финал. Какое любимое место в ЕКБ? Квартира Парагрина. Хайт, Чейни или Рестор? Вуду. Так. Не, метроном не покажу. Вставать надо. Не могу. Посоветуй западных BPM батлеров, типа Раптор. А я не знаю много. Ну, там фьючер еще есть. Прикольный. А, этот же, господи. Короче, я сейчас не вспомню, как его зовут. Господи боже. Ну, он как бы негр, короче. Ну, как же он, сука? Не помню, чуваки, не помню. У Раптора с фьючером батл пизда. Да, вот с фьючером, ну это образцовый, типа это все знают, все его смотрят, те, кто интересуется. Слушаешь Леди Лешур? А Парагрин очень любит Леди Лешур, я тоже с недавних пор ее оценил, она очень крутая. У нее крутые серия клипов, где снят одним тейком, и она идет и читает. Она очень наскиллованная, да. Как думаешь, кто возьмет второй сезон? Да вообще хз. Доброй ночи. Пока. Как тебе, Эрнесто, заткнитесь? Крутой. Крутой. Нравится его. Он очень круто себя показал на Версусе на первом сезоне. И есть прям песни, которые я слушаю. Например, Шинель. Мне очень нравится песня его. Вот. Он молодец. Так. Читает. Да. Удалил деда из друзей. Теперь сижу у него в ЧС. Дед не прощает.
Я тоже не прощаю такую хуйню. Короче, ребят, не делайте так, это некрасиво. Вот. И я сейчас это не делаю, мне просто лень. Но вообще, если есть возможность, я с удовольствием в ЧС кидаю. Потому что, ну, камон, типа, как можно так делать? Это не круто. Бля, удар в самое сердце про чипсы. Ну, прости, но это реально пиздатые чипсы. Почему ты их не любишь? Шум на втором капе будет, то есть старых участников. Так, чувак, есть же уже список участников, посмотри. А, Макс Кири будет, да. Макс Кири будет. Смотрел... Да, я чуть Аби не въебал. Но мы потом попиздили с ним после этого эфира. Вот, у него рука сломана оказалась. А у меня нога. Диалект, да, диалект. Во, Некотробарьон. Спасибо тебе большое, диалект. Вот диалект очень крутой. Он не так, как бы... Короче, Раптора я бы назвал дизастером на битах. Потому что он, у него очень мощная такая агрессивная подача, он прям ебашит. И такая же мультисиллабическая пиздатая рифмовка. Вот. А диалект, он такой более, ну, типа, смув, не знаю, такой более, короче, расслабленный. Но он тоже там закручивает эти ритмические рисунки и рифмовочки. Очень люблю. Ты не устал? Я устал, на самом деле. Сейчас мы закончим уже, я думаю. Скоро. Живое звучание или автотюн. И то, и то. Главное, чтобы пиздата была, а так не важно что. Не важно там, о чем читать рэп. Главное, чтобы круто было. Очень многие там, ну, допустим, выебываются, да. Ну, вот просто яркий самый пример, на мой взгляд, это то, что, допустим, был батл Гнойного с Оксимироном, и Гнойный сказал такую вещь, что у Мирона, типа, все про себя, там, я-я-я. И в плане батла это был хороший ход, вот. Но я не согласен вообще, в принципе, потому что, типа, ну, камон, очень дохуя рэперов читают про себя, там тоже ебаный Eminem построил всю карьеру на том, что читал про себя, там саморефлексия, и это как бы неплохо, потому что исполнитель делает песни, в которых слушатель себя может, ну, найти как-то, чтобы срезонировало это с ним, и читать это про себя, это тоже вполне нормально, я считаю. Поэтому... Вот, вот, опять же, да, то есть пример с Мироном. И я в этом ничего плохого вообще не вижу. По мне так это, наоборот, достаточно круто. Володя Аукса, знаешь? Лично не знаю. Видел на Фиделю, да. Как к Букеру относишься? Ну, положительно очень, потому что... Короче, раньше я треки Букера не слушал. Ну, то есть, да, я смотрел батлы его на СПБ, там, на Версусе. У него там были крутые батлы, я раздувал. Но именно треки, я не то чтобы прям, мне они прям не нравились, но я их просто не слушал. А вот у него последний релиз вышел, и он к нам приезжал в ЕКБ выступать, и он выступил так охуительно горячо, что я просто охуел, короче. Реально очень круто, и я уважаю Федора за его любовь, опять же, к тому, что он делает. Я вижу, что он это любит, что он стремится, что он ебашит, и это, это очень круто. Ну и альбом у него последний, его релиз, мне зашел. «Я не буду выходить из дома» и «Ведьмак». Вот эти два трека. Я прям пиздец слушал одно время. «С кем дрался на 140 BPM?» Так с диктатором же, ну с ним же все там типа дерутся. Ну, по слухам, как бы. После третьего раунда с диктатором все дерутся. Так. «Хуйня в сумке». Да вы что, это же Эль сказал, да, что Букер в сумке. Эль спиздел. Букера не было там. Не понимаю, порой, как твои панчи, некоторые заходят в толпе, это же пиздец. Да я тоже не понимаю. Но мне похуй. С кем сосался на 140 BPM? Со всеми, ебать. Не буду это читать. Букер потолстел пиздец. Да и чё? Кстати, да, чуваки, трансляция может оборваться внезапно, поэтому это будет сюрприз. На Букере круто было. Да, на Букере было. Пфф,
камон. Там еще такое было, что срочно перенесли в другой бар его выступление, потому что в первом баре там с пожарной охраной какой-то хуйня была. И в том баре, где было выступление, там был один микрофон. Один микрофон, хуево отстроенный звук. И на сцене не было мониторов, по-моему, даже. То есть все было ужасно. Вот. Ну, публика заряженная была дико. Я же там тоже, типа, выступал, и очень-очень была сильная отдача, это было круто. Да, и, короче, он читал на столе в середине бара. Это было очень эпично. Так, что там? Что там еще? Ну, давайте еще пару каких-то вопросов интересных я отвечу, и будем закругляться, потому что нужно спать уже... Что тебя подвигло на то, чтобы подать заявку на 140? А все просто, я начинал же свою вот эту вот хуйню с того, что я треки там писал, и, ну, подбиты, естественно. А потом появилось слово, и я такой думаю, о, круто, надо сходить. И батлы акапельные у меня получались, такие себе вообще. Но мне хотелось, и типа, и был этот турнир, я такой, о, на битах, круто, да я разъебу вообще. И я подал заявку, ну, заявка, кстати, была хуевая. Я как-то не позаботился об этом, конечно, чтобы заявку хорошую сделать. Но, тем не менее, меня взяли по блату, естественно. Ну, я, собственно, и выиграл турнир по блату. Ну, все было по блату, и, собственно, я такой думаю, да, я же всю жизнь знаю Эдика, и, короче, мы с ним росли вместе. И, ну, короче, меня сподвигло то, что биты — это просто, ну, я считаю, что это мое больше, чем акапелла. Вот. Какие книги посоветуешь? Да Пелевина читай, все. Не ошибешься. Давай про Ройзмана расскажи. А я видел Ройзмана, мы с Сектором встретили его как-то недели... Месяц, может, назад мы шли по центру и встретили Ройзмана. Пожали руку друг другу. Обсудили проблемы наркоторговли. На улице светло уже совсем. Да, пиздец. Как тебе творчество Стормзи, Вайли и всей тусы из Лондона? Стормзи, ну, типа, крутой, но не очень мне заходит. А Вайли очень зашел Godfather первый. Второй я не слушал. В общем, вот я знаю, что, да, это ветеран Грайма, но я вот не слушал до этого треки. Но вот Вайли Godfather прямо очень зашел альбом. Тебе понравился ты первый батл с Волки на битах? Ну, частично, да, частично, да, частично нет. Я там зафакапил последний раунд. Хорошо, что хоть вспомнил там концовку. Ну, мне, ну, в целом, да, да, нравится. Нравится. С чего начать для пиздата рифмовки? Не знаю. Начни с рифмовки. Протащили еще и заплатили. Да, да. Общался с Ислой в жизни, если да, то что, как тебе? Ну, я немножко совсем с ним общался. На Back to Beat его видел, и... А, угарная хуйня была, типа, он же пригонял на 140 с Кингстей батлить, с Эдиком, да, и получается, я вышел из туалета, ну, типа, помыл руки, да, они у меня сырые, и подходит, типа, Исла, и я такой... Чувак, говорю, у меня руки сырые, типа, ну и кулачок ему даю. И все, и он такой, ага, ладно. И потом мы на Back to Beat встретились с ним в Москве вот недавно. И он такой говорит, бля, я думал, ты просто не захотел мне руку, типа, жать. Ну, как бы дисреспект. И на самом деле вся эта хуйня по поводу там бифа, Ислы, что он там всех хуесосил. Ну, это такое. Он, типа, хотел просто внимание привлечь, и все понятно. Типа, у меня лично нет к нему никакого дисреспекта, ну, там, знаешь, негатива или еще что-то. Так что, ну, нормальный чувак, я не знаю, типа, близко с ним особо не общался. Нормальный, адекватный. Почему Голкилла превратился в какого-то нью-скул наркомана? Да, блядь, почему нью-скул наркомана? Камон, он делает вот этот стиль, он делает его хорошо. Типа, я считаю, неважно, какой стиль вообще, о чем читаешь, на какие биты. Если это круто. То есть, Артур делает круто. Все, то есть, о чем он, по-твоему, должен читать? Вот тут как бы такой вопрос. Странно, почему он? Ну, спрашиваю у Артура это, почему он начал читать про это. Довлатова читал? Да, читал. Довлатов хорош. Я его читал, ну, короче, когда работал на говноработе, я сидел в наушниках, слушал аудиокнигу Довлатова. Вот, мне очень понравилось, да.
Про Пелевина. Ну ты шаришь, да. Про Пелевина, да. Ройзман бомбил, что Слава назвал ЭКБ столицей СПИДа. Так Ройзман повелся, ну камон. По-моему, даже это Фалин сказал. Ну, я не знаю точно. Ты ж... А, про... Ты тоже видела Ройзмана? Здоровалась с ним за руку? Не думаю. Завидуй мне. Видел у тебя фотку с Bad Comedian, смотрел последние обзоры. Да, смотрел. Я, наверное, с пятого раза досмотрел это движение вверх или движение вниз. Движение вверх, по-моему, да? Очень нравится Bad Comedian. Он прям большой молодец. Мне нравятся такие обзоры. Вот он, короче, один из немногих таких, типа, ну, нормальных типов в видеоблогинге, я считаю. То есть, ну, вот его как бы... Его смотришь и такой, да, вот этот чувак, вот он нормальный. Хотя я вот видел его интервью недавно у кого-то типа, и он говорил про Battle Rap, там, про Versus. Он такой, ну вот, они как ролевики, непонятно вообще, они же это все всерьез воспринимают. Ну, камон, ну вот это я не понимаю. По мне, так Женя не такой старый, чтобы не выкупать такие вещи. Как бы, не знаю. Но он крутой в любом случае. Ройзман Зукси топит. Ну так фамилия Ройзман тебе как бы ничего не говорит. Футбол смотришь по возможности, да. Не, я трансляцию веду. Там Даник подумал, что я к нему обращаюсь. Майлз из Тигров респектнул. Блин, Майлз прикольный чувак. Ну вот типа я вот его видел вживую, пообщались с ним. Очень положительное впечатление произвел. Типа вот батл, вот последний, мне его не понравился. Но батл не последний, который, а после него. А, ну типа он же... Ну в общем... Майлз, я думаю, очень, очень перспективный чувак. А, мой белый. Да. Райтраун. Я так часто Райтрауна задевал, кстати. Он, наверное, думает, что я его не люблю. Но к Райтрауну я отношусь очень... Ну, не очень. Мы с ним, типа, не близкие друзья. Ну, достаточно положительно. Он прикольный чувак. Поэтому, если... Если чё, Артём, я тебя не хейчу вообще, реально. Просто почему-то вот последний раз так получалось и абсолютно никакого негатива. Ты классный. Дима, ты молодец. Катя, ты молодец. Как можно попасть на слово ЭКБ в виде участника? Сдавай заявку в червивую... В червивую ногу, да, сдавай заявку. Либо на битах, либо акапельно. Там уже посмотрим. Если ты крутой, легко попадешь. Какие эмоции были на первых батлах на бите и без бита? Ой, ну, короче, очень волнительно было. Особенно... Я вот в Ростов ездил батлить в 2014 году с Чоузом. И я прям стою, у меня аж руки трясутся, короче. Ну, это волнительно, пиздец, было в первые разы. Ну, и на BPM. Да каждый раз присутствует волнение в той или иной степени. Потому что ну, ты переживаешь за свое выступление. И, ну, я типа, да, всегда, это всегда волнительно. Всегда. Но первые разы, конечно, намного сильнее. Пусть делает стиль в треках, его батлы прошлые были... А, ты имеешь в виду про батлы? Ну, не знаю, это его дело. Майлз в эфире там Cardio Flow слушают. Ну, круто. Ну, мне тоже нравится трек Cardio Flow. На самом деле, один из немногих треков свой. Из своих треков, которые мне нравятся. Мы постоянно читаем куплет алфавита, короче. Ну, то есть, вот везде. Мы идем после там каких-то тусовок, там, с Сектором, с Браги, и мы идем и просто начинаем. Моя жизнь — это бас, буст, ремикс на твою... майк чек, я врубил автотюн. Тебя убьют от бита, потом отпою. Сука, я батл рэп, вечный all black, на тебе мой бати бэк. Прохожие смотрят, как на ебланов. Ну, как... Сегодня фейсы читали. Фейсы читали? Ну, сторис. А, да, но это не мы. Это Ваня Вуду читал. Мы-то всегда читаем алфавита. Алфавизи. Да, шум сколько процентов на телефоне. Я не могу посмотреть. Сейчас посмотрю. 4%. Еще мне флип нравится, что ему нравится, не снижение. Ну, такое как бы. То есть, да, но, понимаешь, о, что-то вообще все размыто стало. Все же переделывают строчки всех. Че, Даник, влетишь на трансляцию? Сейчас Даник влетит на трансляцию. А, я думал, ты играть на гитаре будешь. А, ну это можно. Ройзман как-то на нас шикнул, когда на улице о чем-то громко говорить. Ройзман шикует, я думаю. Ко всем МЦ хорошо относишься? Нет, не ко всем. Я говорю... О,
Ты что, хочешь, чтобы я до утра вел трансляцию? Мне тут зарядник принесли, чуваки. Короче, кому я хорошо отношусь, тем я говорю, что хорошо отношусь. Кому нехорошо, на тех похуй. Мне не нравится, знаете, когда говоришь кому-нибудь типа респект, и он такой, да, тебе тоже респект, хотя, ну, ты знаешь, что он тебя не респектует. Бля, что за меня, что за лаги? И, короче, когда я кому-то не респектую, я никогда не скажу, что ему респектую, а я ему не респектую. Мне кажется, это честно. Впереди есть МЦ. Да Бамблбизи из Перми, камон. Ну да вы чё? Чё у Довлатова читал? Чемодан. Чемодан читал, да. Чемодан. Я хотел дальше, но как-то вот не задалось другие произведения прочитать, но Чемодан мне понравился. Знаешь ты рэпера МС Блинского? Нет. Молодой брутал, веду себя как кусок говна, почему тогда не сплылся? На? Да. Так, на Версус не приглашали. Так приглашали, вот я же батлил с Похоронилом на битах. Блядь, это, короче, шутка, если что, то есть сейчас будет. Как тебе МС Похоронил? Да охуенно МС Похоронил, ну камон. Вот Похоронил один из тех, чьи батлы я смотрю и такой, сука, я тебя ненавижу, нахуя ты так пизда-то делаешь? Он очень крутой, правда. Он один из немногих, кто реально делает вот вещи, которые делают на зарубежных батлах. Западный уровень, да, как говорится. Шум, куда идти после 11 класса? Так хочется ответить нахуй, если честно. Ну, типа, это так тупо и смешно, но я не скажу. Иди куда хочешь, куда сердце ведет. Нравится грязь в батл-рэпе? Конечно, нравится. С Витей АК лично общался? Нет. Так, ну чё, ребят, 30 человек осталось. Нас все меньше и меньше. Так что, привет. У него очень тактичные раунды. У кого? У Витяка? Про кого это, блядь? Хотите, кстати, какой-нибудь бит послушать новый? Есть что-нибудь включить, Даня? Какой-нибудь эксклюзивчик сейчас, короче. Давайте эксклюзивчик какой-нибудь сейчас ебанем. А чья идея для жертвы была? А, блин, я не помню. Моя, да? Да, это моя была идея. У меня был куплет. У меня был куплет. Я его скинул Ване. Он, блядь, сука, за 5 минут, нахуй, скинул обратно свой куплет. Я такой, ты чё, нахуй, так быстро и так круто. И, короче, все, я дописал свой куплет. Вот, подмутил припев, и мы сделали охуенный трек. Сейчас что-нибудь, какой-нибудь эксклюзивчик мы включим, я думаю. А что ты собираешься? Ты сейчас скажи, что ты собираешься включить. Новый, который типа ты просил выступление. А, да, давайте. Я, кстати, тоже первый раз слышу этот бит сейчас. Эксклюзив от Racked Beats Production. Давай битос сейчас послушаем. Ты знаешь, сколько битов времени? Прикинь, на урок на год я 18 июня 17 года Вот типа старый? сегодня 18. Значит, ты его типа переделал, получается. Короче, я его не мог открыть, потому что он на прошлой Ты его год не мог открыть? да. Короче, бит сидевший, он ровно год сидел. Сейчас его выпускают. Давайте послушаем. Я первый раз слушаю. Итак, let's fucking go. Да навали, похуй. Да. Почему он такой похоронный? Мне не очень нравится инструмент. Да, охуенно. Вот такой вот охуенный биточек, друзья, его послушали. Кстати, вот Racked Beats, вот этот Даник, это очень талантливый чувак. Я хочу, чтобы все 37 человек, которые сейчас на трансляции есть, на него подписались. И каждый из вас купил у него по биту. Да в смысле? 35 битов нужно купить, ребят.
Пожалуйста, пожалуйста. Потому что я считаю, что чувак достоин реально больше внимания, чем он сейчас получает. И он его получит рано или поздно. Но давайте-ка, ребят, прицените, пожалуйста. Вот. Вот. Так что... А, с Млечным фит Алфавита я давно слушал, но, по-моему, мне он понравился. Так, давай что-нибудь еще приценим. Алфавит тоже казах. Да, Алфавит казах. Алфавижий. Даня Богатей. Как он подписан? Как он под... Я же говорю, Rocked Beats. А я могу написать это как-то, я не знаю. Я не могу же в трансляции ничего писать. Ну, знаешь слово, короче... Да там в паблике, в ссылках. Короче, вот смотри, вот у меня трек вышел, да, сейчас, «Медный король». Заходишь в мой паблик, смотришь этот пост, и там в скобочках написано «Production by Rocked Beats». Кликаешь на эту ссылку и смотришь, слушаешь охуенное битло. Охуенное битло, которое мой кореш делает. Ребят, он реально крутой. Я говорю так не потому, что он мой кореш. Типа, если бы он делал хуёвые биты, я бы сказал, что он уебан. Но он делает крутые биты, поэтому я говорю, как есть. Очень-очень советую. Кинь мне его ссылку. Так вот, я тебе говорю, типа, заходишь... Чё? Не, не надо. Заходишь на его, на мой пост с моим новым треком, там продакшн подписан. И там гиперссылка, кликаешь. Вот. Зацените, да, ребят. Как ты выиграл Гукилу? Блять, понятия не имею вообще. Вот просто пришел и как-то так вышло. Да, вот тут в чатике написали Rocked Beats. Да, все правильно, да. Мамкин маргинал, спасибо. Приедешь на ивент слова КБ 23 июня? Конечно! Я буду на этом ивенте, буду на червивой ноге, скорее всего. И буду на слово КБ Live, где буду я, Волки Ти, Disuround, Сектор. Я не помню, кто там еще, но там будет 88 из. Из Новосиба, да, тоже очень крутой чувак. Сейчас что-нибудь еще приценим, короче. Я тут... Что это? А может, что-нибудь готовое покажем? Не знаю. А к там демка в смысле трека ты хотел включить? Кого? Которого нет? Так ты сына включил. Не, би. А, не, да не надо. Так что да, приходите все, пожалуйста, на... Нет, ты типа говоришь не из своего. Да не из своего. О, может, проблема? Да, да. Короче, да, вы сейчас прицените еще, короче, биток. Тоже. Давай. Хуярь. Так, как тебе ATL и Looper? Looper. Мне Хорус нравится, братан. ATL очень крутой. Блин, ну как можно такое спрашивать? Ну это же очевидно, что ATL это один из самых оригинальных исполнителей в России. То есть такого, как он, никто не делает. По-моему, даже, вот не знаю, я лично не знаю аналогов ему на Западе. Вот то, что делает ATL, это очень круто. А Луперкаль, ну типа именно Луперкаль не очень нравится. То есть там проект Увечья, все вот это. А Хорус очень круто. Вот. А? На сарказме. Да. Микстейп, который был. Да, ну да, да, да. А, трек, как он? Гонза. Гонза. Очень крутой трек у Луперкаля. Или это Хорус? Медвежий угол еще. Нет, Луперкаль. Короче, годно, годно очень. Так, ну чё, давай, хуярь. Я не знаю, сейчас слышно вам? Я вам еще слышно, ребята? А ты сам начал включил. Да похуй, короче. Ну вот этот биток будет на релизе новый. Это пиздец, типа под этот бит надо убивать или убиваться. Реально. Это очень крутой битос. Сделай погромче. Погромче, погромче, погромче. Еще. Ну вот, что-то примерно такое будет. Это просто, на самом деле, мы сейчас пишем биты, чтобы Браги под них потом пофлексил. Если честно. Всего доброго, братан.
Лед 9 или 2517? 2517. Хорус Луперкаль, да, это один человек. Так, ну все, начинается, короче. Одинаковые вопросы, просто 40 там. Будешь батлить там. Так. Я бы с Лил Заном. Лил Зен, даже правильно произносится. С Лил Зеном сделал фит. Знаешь почему? Потому что он тусуется с Райли Рид. И, кстати, если тут есть, короче, знакомые, ну, кто общается с Райли Рид, пожалуйста, передайте ей, что, ну, нужно чтобы она в личку мне написала, в директ, потому что есть предложение, ребят. Кто общается с Райли Рид, пожалуйста, передайте. С Лил Зеном бы сделал. Лил Зен, кстати, прикольный, у него с Дипло охуенный клип, господи, где у него машина сгорает в конце. Очень мне нравится он. Белая Чувашия, да. Гоафир с подписчиками. Да не, ребят. Сейчас уже закончим все. Здорово, браток. Эфир. Димон, не у всех такое отношение, это вкусовщина. Но я согласен, да, это вкусовщина, без Б, но... Мне почему-то кажется, что тут нужно быть более... Блядь, что с камерой, нахуй? Тут нужно... Короче, я не понимаю, почему камера запотела, я не знаю, почему. О. Ладно, так. Да, на Флекс Браги можно смотреть. Флекс Браги лечит болезни. Кто качает из новой школы? Да хуй знает, а кто качает? А, Браги спас видос с Версуса. Какой видос? А, я не смотрел, кстати, еще. Вот Даник смотрел, я не смотрел. Типа, мне просто как бы он рассказывал о том, что там происходило. Я знаю, что там Никонов и Епифанцев, что уже меня очень радует, потому что оба этих человека это, ну, очень круто. Но я не смотрел. Эфир сохраню. Дроп не трек в iTunes. А в iTunes появится, но еще пока нет. Но в iTunes будет все, короче, ребят. Все будет в iTunes. Все сразу нахуй там появится. Colorblind, да, именно так называется. Каким лосьоном бороду смазываешь? Я не смазываю вообще бороду. Она дико растущая. Забатлил бы Соню. Ну да, почему бы и нет? За Версусом следишь, кто фаворит, кто Оутс. Да выключи, чувак. Ну не надо. Я Не просто тот момент хочу еще спойлери мне, я же не смотрел это. А, я слежу за Версусом, да, естественно. А фаворит? Ну, вот если брать последнее выступление, мне больше всего нравятся батлы Влада Пиэма. Ну, как бы номинально он однозначно фаворит. Но вот у Деда охуенный батл против Джона МакКоннона и ну, реально просто очень сильный батл. Я уже говорил, по-моему, 2 часа назад. Короче, вот за... Ну, я говорил, да, что я болею в любом случае за Деда, за Браги и за Пиэма. То есть вот за своих чуваков. Отпиздите Микси. Да не надо. Сколько лет Бороде? Слушай, кстати, сколько ей лет-то? Вот этой конкретно ей... Ну, как минимум год ей точно есть. Мне кажется, даже больше. С Лил Зеном ты рофлишь? Не рофлю, чувак, я же тебе говорю. Стайл, это не важно. Важно, круто это или нет. Типа... Почему не выкладываю свои треки в Apple Music, в iTunes? Потому что я не умею. А во-вторых, я жду. Так что, ребят, все будет. Не парьтесь, все будет. Все будет скоро там. Ты все еще стримишь, бешеный уралец. Да, это я. Да, я посмотрю видос сверс, наверное, уже завтра. PM вообще съебался. Да все, не спойлерите, пожалуйста. Но Name работает вообще, я не знаю. Но Нейм же банчит мерчом и очками, и абсолютно правильно делает, я считаю. Борода дикарка. Да. Go fits, go killy. Go? Обожаю твой батл против Райтрауна. Ну, такое на самом деле. Мне не нравится. Так, Блэд, шум, Лил Зен, он же популярный. Ну да. Ты про Райли Рид, типа, то, что... Ладно, короче, давайте вот последний интересный вопрос, и все. Я хочу спать. Привет. Все, да, все? Ладно, пошел, пока муза заскочила, кину пару строк на листок. Давай, баш. Как тебе...
Давай заканчивать уже. Да, так иди спать, пожалуйста. Я тут хуйню какую-то несу. О. Ты дрочишь? В данный момент нет. Как планируешь вести карьеру? Ну, главное резину менять, короче. На зимнюю там все такое. Как планируешь вести карьеру? Как хайт. Охуенно. Как относишься к Дудю? Да никак. Ну, типа, ну, вот Дудь, по факту Дудь популярный сейчас, ну, в трендах. Как к нему можно относиться? Типа, я смотрю его выпуски из-за гостей, типа, а не из-за Дудя. Ты как относишься к тому, что крокодилы ходят лёжа? Короче, все, я понял. Можно, собственно... А, все, там уже таймер. Короче, 15 секунд осталось. Ребят, все. Хорошо, что мы тут с вами пообщались. Был рад всех видеть. Спасибо всем за отзывы к треку. Скоро релиз, на следующей неделе клип. Пока.